смотри, какое число видео. Надо подумать. Сейчас гидрантами будут. А? Гидрантом сейчас будут тушить. Отже, друзі, такий недобрий ранок сьогодні, в суботу нас зустрів. За попередньою інформацією, яку ми мали, що о 7-й ранку будуть штурмувати наметове містечко, ця інформація підтверджується. Сили поліції, спецпризначенців, Нацгвардії ви самі можете побачити. На жаль, це єдиний ракурс, з якого можемо показати всю картину. Дуже просимо всіх, хто доєднався зараз до перегляду прямої трансляції, розповсюджувати її по групам, аби люди просиналися і їхали на допомогу. На жаль, не встигли зазняти, як спецпризначенці скандували «Слава Беркуту». Ось, друзі, таку картину ми маємо. 2018 рік, Україна із нашим шоколадним гарантом.
зараз спецпризначенці знімають огорожі. Сил поліції дуже багато. Так, да, навіть поліцію це назвати важко. Це Беркут. Єгор Соболєв і Семен Семенченко, про яких зараз питають люди в коментарях, вони зараз знаходяться в таборі. Попередній стрім, коротенький, ми брали коментар у Єгора Соболєва, можете передивитися. Почалось. Друзі, нічого коментувати не будемо, тому що коментарі тут зайві. Ви можете подивитися на всю демократію нашої влади на свої власні очі. Про те, що ми продовжуємо жити в поліцейській державі. Про те, що олігархи як були у владі, так і лишились. Замість старих прийшли нові. Нічого далі коментуватиму не будемо і радимо вам не спостерігати, а приїздити сюди, тому що Україна має перемогти, а не терпіти цю ганьбу. Кияни, будь ласка, підтягуйтесь зараз на місце, не потрібно коментувати, підтягуйтесь зараз сюди. Це остання крапля. Thank you.
принеси вот эту вот закрутку. Давай до мусора. Говорю, что людей уже будет. Нічого коментувати не будемо. Невозможно шевелить и сделать больше. Хлопців, які були в таборі, це люди, які пройшли війну, віддавали своє життя і своє здоров'я за цю країну. Зараз їх всіх Беркут пакує. Смотри, всіх ведуть по одному. Смотри, тело вообще волокут, оно непонятно, живой вообще человек или нет.
Вон их все внизу пакуют, автозак. Thank you.
кровь на снегу, смотри. Возле первого поста. Видишь, кровь? Кого-то повели в другую сторону, смотри. А, журналиста. Вот, выгнали журналиста только что с территории лагеря. Удивляет то, с какой злостью и ненавистью это все делается со стороны космонавтов Беркутнеты, потому что когда паковали наших ребят несколько дней назад под Верховной Радой, то сейчас просто срывали шевроны батальона Донбасс. Ну это просто ни в какие рамки уже не влазит. Семен только что стоял внизу. Вон он. Возле автозака. В наручниках кого-то. Пока наблюдаем эту печальную картину, можно сделать один простой вывод. Абсолютно неважно, можно не соглашаться с тем, зачем люди здесь стояли, можно не соглашаться с тем, какими методами происходит борьба.
Можна не соглашатися з тактикою, зі стратегією, можна не соглашатися з лідерами движений, протестів, можна багато з чим не соглашатися. Но не думаю, що народ може согласитися з тим, що в правовому демократичному государстві, де власть прийшла за счет народного бунта, сделанной людьми с повышенным чувством справедливости, за что люди отдали свои жизни, погибали, что вот такими методами можно устранять такие митинги. Да, перекрыт квартал Киева, да, люди живут в палатках, да, возможно, что для 21 века это не самый правильный способ. Но это гуманный способ давить на власть для того, чтобы власть слышала требования народа. И когда людей, которые в том числе отдавали свои жизни на Майдане, были многие ранены, не только Майдан, людей, которые воевали на войне с Россией, таким методом разгонять, щемить, ломать, избивать, паковать, одевать наручники, за что? Это не правовое государство, и это не полиция. Полиция так не работает. Когда с людей снимают боевые шевроны, когда запакованного под руки человека, который даже не может сопротивляться, бьют под дых, когда ногами с матами беркутня вот это засовывают в автозаке, это не полиция, это не государство. Украинцы, делайте выводы сами. Мы больше не будем ничего комментировать. Делайте свои выводы сами. Либо сейчас, либо никогда. К съемку, к сожалению, приблизить нельзя, потому что Facebook такой функции на стриме не дает.
селфі уроди роблять. Селфі делают? Так. Да. Практически всех участников всех митинга под Верховной Радой всех запаковали, избили. Вот они сейчас внизу в автозаке. Часть здесь, часть еще не можем видеть. Людей просто волокли, даже волокли человека вообще без признаков жизни. Количество бандюков, беркутовцев вы можете понаблюдать сами. Здесь просят отправить кого-то звонить в колокола. Я, к сожалению, не могу этого сделать, потому что я сейчас занята видеосъемкой. Если у вас есть знакомые в Киеве, которые это могут делать, отправляйте, делайте репосты. Кстати, здесь заглушили, внизу связи вообще нету. В гостинице Киев Wi-Fi, интернет вообще отключили. Нам повезло, что у нас пока что работает автономный источник сети. Лагерь зачистили, баррикады разобрали. Вот такой вот сценарий имеем, такую картину на данный момент. При том, что кроме Семенченко и Соболева, никто из депутатов, хотя заранее было известно о штурме, никто из депутатов не приехал поддержать, защитить людей. Надеемся на то, что Украина хоть как-то отреагирует на эти события. Еще раз повторюсь, можно не соглашаться с тем, какими методами происходит борьба. Можно не соглашаться с лидерами, можно не соглашаться с тактикой, стратегией. Но нельзя согласиться с тем, что в правовом государстве вот так вот разгоняют демонстрации мирные причем. Мародеры попадают. Вот продолжают вести наших ребят. Да, отсюда видно, как полиция заходила в палатки, выносила оттуда какие-то вещи личные. Продолжают паковать, везти в автозаке. Вот с той стороны Мариинского парка куча кразов, автобусов. Куда из всех повезут, что с ними будут делать, неизвестно.
периметр полностью оцеплен, никого не пропускают. Даже выгоняли журналистов за периметр. Подъехала карета скорой помощи на ту сторону лагеря. Вынуждена также сказать, что в нашем лагере было очень немало женщин и девушек. У нас есть девушка-медик, она воевала в 14, 15, 16 году в АТО. Есть молодые девушки, которые работали как на кухне, так и помогали медикам. Были обычные гражданские люди, помощники депутатов, у которых своя была громадская примальня, палатка. Также была палатка от организации объединения жен и матерей погибших в АТО. И все они тоже попали под раздачу. Абсолютно неважно, медик воевал, не воевал, журналист, женщина, мужчина. Все, кто открывает свой рот против нынешней власти, все оказываются врагами народа. Продолжают обыскивать, паковать в автозаке. Сколько полицейских и нацгвардейцев насчитали вы? Приблизительно на 50-70 человек, принимающих участие в мирной демонстрации. Ну, по моим расчетам, я думаю, здесь 2 батальона точно есть. А батальоны это от 3 до 5 рот. В каждой роте в районе 120 человек. Вот и посчитайте.
а дві роти – це полк. Видимо, у нас на фронті... Да і фронту, видимо, для нашої області нет. Воювати не потрібно, і Україну захищати не потрібно на фронті від Росії. Видимо, з Росією ми вже давно друзі, тільки нам об этом з вами не довели. Видимо, війни не існує. Видимо, що десятки тисяч погибших воїнів українських і їх бідні, нещасні матері і жони погибли ні за що. Видимо, люди, которые должны были бы защищать нашу с вами Украину, они здесь, они воюют против 50 демонстрантов. Вот такая картина, друзья. Вот, кстати, очень, да, замечательный момент, как выносят портрет, кто там, Бандере? Да.